У місті продовжують святкувати перше і найбільш дитяче свято серед усіх новорічних. У рамках обласного фестивалю «Творимо добро разом» привітали діток, позбавлених батьківської опіки. Один із гостей яскравого карнавалу сьогодні у студії 9 каналу. Ескейп-фокусник, фіналіст шоу «Феномен», український Гудіні, член Асоціації ілюзіоністів України Михайло Ясько. Добрий вечір. Добрий. Судя по реквизиту, который вот на столе находится, я догадываюсь, конечно, в каком жанре вы работаете. Ну, давайте мы об этом подробнее рассказываем. Итак, что за фокусы у вас? Или это не фокусы? Ну, скажем так, это не совсем фокус, это жанр, потому что, когда фокус, я понимаю, зрители, да, это обман какой-то. Но когда меня на сцене зрители, любые зрители, желающие, привязывают к стулу, там, куда угодно, надевают на меня наручники, какие-то фокусы. Это уже чисто освобождение, это же целая наука. Угу. То есть это называется вот эскейп-фокус. Эскапология. Это эскапология, и вы работаете в этом жанре. Откуда такая страсть у вас? Вот я смотрю, наручники у вас, да, там что-то еще, что еще? Или это только это все то, что надевается на руки. Это тоже надевается на руки. Угу. Это своего рода кандалы. Угу. Зажимаются пальцы. Это наручники времен... Не отрезаются, нет? Случайно. Нет, не отрезаются. Это наручники времен Гарри Гудини. Кстати, вот что интересно, смотрите, чтобы раскрыть, ключиком надо вводить и долго-долго крутить. Угу. То есть просто отмычкой. Так, и что вы с этим делаете во время шоу номера вашего? То есть вы есть разные номера. Надеваете и открываете? Не просто открыть, просто закрыть, это неинтересно. Угу. Сделать желательно какой-нибудь экстрим. Допустим, бросить меня в воду, успеть освободиться от пламя огня. А что вы сегодня показывали на фестивале? Вас бросали в воду? Нет, там воды нету, конечно, Днепр сейчас замерзший. А, вы водоем, да? Тем более, да. Номер... Я даже в одном номере совместил два трюка. Это я освободился из мешка, который был герметически закрыт снаружи замками. Угу. Выйти изнутри невозможно, даже руку вытянуть из мешка невозможно. Все это проверяется зрителями. И плюс меня завязали мешок, когда я находился в орудиях пытки, австралийской пытки. Причем основана пытка, ужас, когда люди ставят в такую позу, что удержаться долго невозможно. Сильно начинает болеть спина, начинают болеть суставы. Угу. То есть на моей ярмо на моей спине, все это окутано цепями, руки сложены, полусидя, полупригнувшись. А откуда у вас такая страсть к такому экстриму? Вот почему такая тема? Вы войну, наверное, любили играть. Войну я не играл, я, может, играл там когда, раньше в детстве казака-разбойника. Ну, когда-то в школьные годы я показывал обычные фокусы, ну... Обычные, там это что? Ну, это обычно манипуляция. Да, карты, цветочки, монетки. Ну, поймите правильно, наперстки, да, естественно. Почему-то это же для меня стало мало. Мало, нет экстрима, нет интереса. Понимаете, что многие фокусники работают, удивляют зрителей, но надо что-то чем-то их новым удивить. И именно я занялся жанром именно Гудини. Uh-huh. Я изучал его творчество, изучал многие его трюки. Хочу опять-таки многие трюки его повторить. Придумал свои новые трюки. Если помните, когда Гудини ставил свой номер, висел на высоте вниз головой в смирительной рубашке. Uh-huh. Я этот номер усовершенствовал, я был еще обвязан цепями. И этот номер делал на высоте полета вертолета. Угу. А есть какие-то нормы безопасности? Кто-то, возможно, может следить за содержанием таких номеров и запрещать или разрешать? Мне многие номера запретили. Запрещает кто? Власти. Власти запрещают пожарная охрана, служба. Ну, я в Луганске собирал в июль. Не, в конце августа собирался сделать свой номер «Побег из инквизиции». В чем он заключался? Меня приковывали, должны были приковать цепями. Несколько замков, руки сзади в наручниках. Угу. Я должен был быть облитым бензином. И включали фитиль. Минута на освобождение. Но не успею освободиться, конечно. Был бы пожар, да. Я бы заживо сгорел. Вы рискуете жизнью. Ну, пожарники, естественно, запретили. Недорога вам ваша жизнь. Она мне дорога, вот поэтому я рискую. А вот как вы считаете, деткам такие номера показывать, вот, которые вы сегодня, это по содержанию? Им это интересно тоже. Интересно, конечно. Да?
Ну, то есть, ну да, это, наверное, все-таки какая-то военная тема. И что же все-таки, каким образом, ну, я понимаю, что у артиста спрашивает, каким образом вы делаете, там, результат, получается, освобождения. Ну, все-таки, вот, закрыто же, да, замок не открывается, вы как-то демонстрируете, что... Ну, хотите, сейчас на вас надену, вы сейчас это почувствуете на себе. Наручники на меня? Да. Боюсь. Да ради бога. Я не настолько. Ключики есть. Ну, я открою ключами. Ключик один от всех? Нет, я только эти надену. То есть для остальных мне ключи не нужны. Ну, наденьте. Пальцы мои останутся целыми. Давайте тогда два пальца. Ну, берите. Я боюсь. Большой и большой. Давайте два пальца. Великолепно. Больно. Освобождайтесь. Ну как же я освобожусь, у меня там сейчас вообще кровь перестанет циркулировать. Больно, однако. Больно, да? Да. Конечно, можно вскрыть теперь только лишь ключом. Угу. Открывайте. Как? Ага, есть, есть. Ну, работают, да, работает, действительно, да? Закрыто. Хорошо, да, надевайте на меня. А вы как-то выше одеваете, чем мне. Давайте, одеваю. Надевайте. Мне вот здесь один. Да, без разницы. Сильней. Закрыла? Да. А ну-ка покажите. Так они у вас вот же вылезают. Вы же с краешкой ходили. Жмите, жмите, жмите. Вот, смотрите, я сейчас вас стяну. Жмите, жмите. Ну жму, закрыто. Закрыто, да? Да. Да. Ну, вижу. Хорошо. Быстро и... Ну, я же говорю, они у вас там двигались, они у вас сползали. Пальцы такие, что вы мне одели вот сюда до косточки, а себе одели на косточки. Могу эти одеть. Одевайте. Без разницы. Ну, правда, вот так там чувствовалось движение. А вот с наручниками, которые на кисть, только мне уже, может, не надо. Надевайте. Давайте я вам один. Сейчас я тут блок, давайте, возьмите. А может, у вас там какой-то секрет есть, который замочек открывает как-то? Ну, как-то же вы дурите людей. Сейчас. Проверяй. Ну, да. Работает. Вроде нормально, бы закрыто. Да? Можешь вроде сесть? Бы закрыто. Вроде бы закрыто, да? Ну, уже сейчас крепко, опять под стол крепко, конечно. Ну, уже крепко. Ну, да. Крепко, да? У вас там, наверное, где-то там есть колечко, снимается какое-то, раз, и все. Ну, многие так думают. А когда вы зрителям показываете, у вас же нет стола, вы же стоите, да, в открытую? Ну, это есть ассистенты, которые меня просто закрывают. А, вы прячетесь все равно за что-то, да? А что с веревками вы делаете? Да есть много номеров на веревке, но смотрите, допустим... Заберу у вас сейчас ключ и все, наручником. Хорошо, смотрите. Надеваю на шею, да? Ну, знаете, как говорится... Говорят многие, как это, эскапологи проходят сквозь стену, да, освобождаются. Но вот как можно освободиться из этих вот пут? Сейчас. Через голову, в смысле? Развязать, ну, вот, развязать, да? Да? А если не развязывать? Ну, наверное, они растягиваются. Как-то. Это делается очень просто все. Ага, понятно. А ну еще раз сделать. Не повторяйся. Не повторяйся. Нет. Ну, очень интересно. Я знаю, что вы финалист шоу, да, вы участвовали в шоу «Феномен», я даже помню вас на экране, не очень подробно смотрела, но помню. Что вы там делали, что вам это дало, как сегодня ваша жизнь проистекает? Может быть, в связи с участием в этом шоу что-то изменилось? Ну, изменилось то, что я стал более узнаваем на улице, иду по улице, меня многие узнают, тем более в моем родном Луганске. Mm-hmm. Вы из Луганска? Из самого Луганска, mm-hmm. да. Ну, их стали больше приглашать, хотя, опять-таки, приглашения есть, но многие меня боятся. Боятся из-за ваших опасностей? Да, ну, вот эти-то номера, собственно говоря, то, что вы сейчас показывали, это не очень страшно. Ну, я понимаю, но когда что-нибудь я придумаю, что меня подвешивают куда-то, или на меня что-то должно сверху упасть. Угу. А где вы выступаете? Вы выступаете в цирке, на каких-то... Нет, в цирке я не выступаю, как правило, на корпоративах и на крупных мероприятиях. Угу. Просят, вот смотрите, вы сейчас показывали, да, я говорю, сделайте еще раз. Просят на бис вас. Постоянно. Вы никогда не повторяете? Не повторяю. Потому что может не получиться, или потому что уже люди могут разгадать? Ну, есть свои секреты. А, вы не хотите отвечать? Да. Что сегодня детки у вас просили что-нибудь показать? Возможно, вот что обычно нравится детям, что повторить там, или что вызывает особый восторг у детей? Знаете, тот номер, который я показывал, лучше не повторять, потому что все-таки больно. Угу. Нет, было просто... Вам больно? Мне больно. Угу.
Ну, это пытка. Да, что-то вас за кожу или что-то? Не за кожу. Просто-напросто я нахожусь в такой позе, пока я серьезно. То есть у меня напрягаются все мышцы, начинает болеть спина. Угу. И вот вы говорите о том, что не повторяете, потому что больно, да? Этот ну, данный трюк я не повторю, конечно. Действительно, это больно. Ну, сегодня в основном было просто восторженности и, ну, там, автографы, фотографии. Угу. Просили. Ну, и давайте ваши планы дальнейшие. Что вот, возможно, канал СТБ, да, на котором вы участвовали, возможно, что-то предложат еще. Или, может быть, сами хотите, кроме повторения номеров в Гудини. Какие планы? Ну, у меня много планов. Есть даже такие номера. Ну, я, один из номеров, который я хотел сделать, так я все-таки сделаю его, это «Инквизицию». Номер, когда я буду прикованный к стене, на меня будет пускать автомобиль без тормозов. Я все-таки этот номер сделаю, добьюсь. Сделать номер прохождения сквозь стену, причем я сделаю так, чтобы будут видеть все визуально, как я вхожу и выхожу из стены. Угу. Ну, есть еще номера, допустим, в моих планах. Вот буквально недавно возникла такая безумная идея выйти, освободиться из Бутырской тюрьмы. Вы хотите в тюрьму попасть? Ну, не специально, чтобы что-то совершить, а просто, чтобы меня закрыли в тюрьме, я освободился оттуда. Просто именно закрытая камера. Ну, конечно, для этого не обязательно тюрьма. Можно в какую-то комнату закрыть. Тюрьма интересней. Ну, там же предупредят, там будут усиленные меры безопасности. А Гудини как? Он же так этот номер и делал. Я не так знаю, как Гудини, полностью как Гудини делал. То же самое, он был закрыт в Бутырской тюрьме, наголо раздетый, осмотрен медиками на наличие отмычек. Ни одной отмычки у него не было. И он голым вышел из вышел тюрьмы? Вышел из тюрьмы. И вы так? Мало того, он еще поменял заключенных местами в камере. В смысле, сидящих рядом, да? Поменял? Разные, да, поменял их местами. Угу. И вы знаете, как он это делает? Конечно, знаю. И не скажете, конечно. Нет, конечно. Ну, хорошо. Тогда спасибо вам за участие. Желаю вам воплощения ваших идей. Пусть получается. Ну, не пугайте. Берегите свое здоровье и жизнь. Спасибо за участие. Спасибо.